сегодня подумал, а что если заюзать мобхак? А почему бы и нет? Там, тут. Боже мой! Как мы красиво делаем, да? Это чё? Этот ходит, ломает. Да, жестко. Хочется же красивый контент, а вот специально вот нет, мы тебе не дадим, да? Ну уже, смотрите, почти мобхак, да? Не уйдет, у нас мобхак. Мы видим Сларка везде, где бы он ни находился. Нам все равно. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, кстати. О, это не пойдет так. О, другое дело. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видос рубрики «А что если?». Сегодня я подумал, а что если заюзать мобхак? А почему бы и нет? Не, ну это, конечно же, кликбейт, заюзать мобхак, но что будет, если мы откроем всю вот эту карту? Давайте попробуем это сделать и let's go. И let's go. Ребята зашли, подписчики зафоловили. Сейчас будут стараться побеждать. Я ластом возьму. Пусть пикают, пацаны. А то контрпикнут. В общем, я пойду на руфе. У нас будут ребятки еще на других персонажах. У нас будет алхимик, будет Риксар, Морта. Они все равно будут под меня подстраиваться. Оппоненты 100%. Поэтому... важно выдержать вот эту тему с таким инкогнито пиком и посмотрим, что из этого получится. Хорошо, ребята уже берут. Янис. Если что. Стонигианты. Хорошо. И ластовый персонаж. Возьмут ластового героя. Я могу даже золото потерять, мне все равно. О, все, найс. Хорошо. Хорошо, ребята. Хорошо. Так, ну я возьму топорик, потому что я буду в лесу стоять. Аккуратненько. И как можно раньше. Нужно будет выфармить аганим. Раньше аганим. Пул карта должна быть открыта. Вард только один можно использовать. Пацаны, копите их. Потом все завардим. И посмотрим, какая карта будет. Во, на мид поставит. Плюс на мид. Потом мы как поставим весь мобхак. И посмотрим, как у нас это будет работать. Так, я вниз иду, да? Мартретка на топе, Риксар на топе. Хорошо. Хорошо. Вот здесь сейчас подрубим. Я на весь. На весь. Кого, какой вес? Чего? Зачем ты это делаешь? Так, ладно, ребятки, все, ГЛХФ, погнали. Так, тут два стана будет. Эй, монету забрали, зачем? Хорошо, Эссан Кингда. Ладно, пойдет. Так, алхимику руну не дали, да? Плохо, мы тоже внизу не забрали. Ну ладно, не суть, главное сейчас фармить будет. Если что... Омник, если что, на стаке Тимосу. Я соло смогу тут. ВС милишников, тут, в принципе, проблем никаких не будет, я думаю. Тут проблем не будет. Хорошо. Единственное, могут фиссурой закрыть. Фиссурой закрыть и напасть. Санкинговичи. Ты какой? Добил, прикинь, а как я не добил, не знаю, рак, наверное. Стандартная тема, когда хен говорит, не добил, рак какой-то. Не добил, рачок. Хорошо. Ну, ЕС такой будет, моросить. Походу. Ладно, главное, фарм имеется. Фарм, главное, имеется, все остальное приложится. Подбиваем оппонентов на лайне. Первое, что возьмем, это сапог. Нужно еще щиток сделать.
чуток сделать. Я лайн хочу немного подпушить, чтобы в магазик сходить. Это песочный мэн будет, да? Хорошо. Хорошо. Отлично. Найс. Так, ну возьмем Якуру себе соло, наверное, куплю. Куру соло возьмем себе. Хорошо. В общем, надеюсь, вы поняли, ребятки, задачу по этому видосу. И я надеюсь, получится, ну, интересно. Это что-то новенькое такое еще никто точно не делал. Никто Куру Варды. Я пытался, короче, когда-то давно, да, на гайде еще пытался всю карту открыть на Руфе, но немножко не удалось. Выразимся так. И полностью я ее, к сожалению, эту карту не открыл. Но в этой катке по-любому должно получиться все. Мы попробуем сделать эту тему Конторовичу. И посмотрим, какая будет реакция, в принципе, по самому видосу. Ребятки, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Это тоже очень важно. И спасибо, конечно же, большое всем, кто поддерживает. От души, ребят. Рили. Рад для вас стараться делать такой фановый контент. Почему нет? Почему нет? Правда, я, если честно, себя некорректно чувствую. Надеюсь, это на записи. Не видно особо, потому что... У меня, скорее всего, опять температура. Не знаю, не отпускает меня болезни. Только переболел, и опять начинается. Так, через что играем? Играем мы в любом случае через Аркану. Через Аркану. Чтоб можно было подсапорчивать. Эх, не бьет Руф. Я тут в любом случае не забираю. Ой, хорош. Ну, догоняю, по идее. По идее, догоняю. Ну, сейчас шишку пихнем просто и все. Шишку пихнем. Хорошо. Вот так сделаем. Шишку пихнули. И алхимику чуть-чуть поможи, еще будем делать. Отлично. ФБшку сделали на Санкинге. Вроде яростно получилось, да? Там ребята, кстати, нормально напикали. Давайте качнем. Блин, ну, если честно, хочется на лайне тоже подфармливать, поэтому я двойку макшу. Щиток даешь? Хорошо. Щиток даешь? Я, в принципе, мне главное даггер выфармить еще. Мой основной билд это даггер и аркана. Ну, Октарин еще, кстати. Октарин тоже немаловажно. Чем больше я буду ставить вардиков, тем быстрее... Мы завардим карту. Алхимик там работает. Первое, что ему сделать надо, это, наверное, армлет. С армлета начинается вся история. С армлета вся история начинается, я думаю. Алхимик с армлетом быстрее фармит. Оп, хорошо. Так, 6-й левел имеется. Кайф, стою фулл фри вообще против милишника. Вообще офигенно. Милишники нормально дают. Постоять, почилить. Сейвим своего тиммейта. И работаем дальше. Эй, ты че там девардишь? Не успеешь. Не успеешь. Не успеешь, дядь. Топорик вещи делает. Дай чуть порегенюсь, да? Ты. Я буду драться. Подожди, дай шишку засуну. Да ты что? Оп, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Дядь, ну мне нужно будет подзахилиться чуть-чуть. Ой-ой-ой. О, шишка, хилься. Нет. Жесть, ну можно было попробовать еще срубить, но... У меня тут варианта не было. Можно было к Омнику бежать, да? Опять-таки, тут, ну, я тут не пройду, я сразу к ЕСу подойду, он будет убивать. Не знаю, ну, двоякая ситуация, но мы попробовали, сделали все, что могли, в принципе, пойдет. Ничего страшного, ребят, ничего страшного. То, что сфидели, это мелочь. Алхимик фармит, все хорошо. Санкинг страдает, еще один сентри он приносит, тогда берем контр-сентри. Можно даже два взять, так как актив у нас тут. Вот этого. Ульта 5.05. Хорошо.
А, хорошо, это дабл килл будет. Отлично. Красота, бро. Красота, бро. Чётенько, ЕС подошел подсейвить, в итоге в него шишку засунули. Хыть ему так, ректально. Осуждаю. И получилось. Так, ну я там не успел корешками отработать, да? Возможно, химику. Надо будет помочь. Не, нормально у него там. Так, ну что, да герочек не за горами. Я взял себе еще стики, чтобы выживать на лайне. Больше стиков, больше выживаемости. Не забывайте, ребятки, опять-таки, как я говорил ранее, подписываться на YouTube, подписываться на ТГ. Спасибо всем, кто поддерживает. От души, ребят. Или приятно, когда поддержите. И делаем контент. Хорошо, можно побить чуть-чуть. Вообще же ни хп не потерял, в принципе. Регенис очень хорошо. Я не попал хилом. Не попал хилом. Ну, можно было ультануть, но нельзя было. Что ребята там разбушевались. Да давай подеремся. О, посадил я ульту. Ульту просадил, ребят. Если честно, глазомер сбился. Прям так неплохо. Отгоняем немного ЕСа, экспа идет. Да, у меня сейчас даггер уже почти есть. Это радует. Почти даггер есть. ЕС молодец, держится. На лайне. Держится ЕС на лайне. Сейчас Аро будет лететь. Вот я чувствую, подмат слева стоит, и сейчас Аро будет лететь. О-о-о, прикинь, что делает. Пойдем, поможи делать. Как там он вообще, этот Сон Кинг? Откуда взялся? Нормально, с ребятами подработали. Вот этого чела надо бы. Ульта есть уже. Быстро ульт откатил, 70 секунд так быстро пролетают. Вардик стоит, да, у него тут? Возможно. Возможно, вардик. Ой-ой-ой, это что такое? Это что такое? Надо уходить. Не даю дофармливать, что-то пришел Хускар. Но Мартрайтка там стопа вытеснила его. Хускара. Один вардик можно будет ставить вот, или птицей. Как-то подыгрывать. Алхимик не забрал, да, стаки. Печально. Там Нойска пошел забирать. Идем, тефить, тефим. Он пошел там, он уже песочит, по идее, их. Хорошо. Давай душить, дядь. Фессурница пошла. Ой-ой-ой. Пойдет или не пойдет? Так, Патма уходит. Там еще чувачок идет. Под хил кинул, ребят. Работаем, жесть у нас тут заруба. Ну, давай вот этого. Этого. Хорошо. По красоте прям. Прям по красоте отработали. Мне понравилось. Красивая драка. В центре вот этот, надеюсь, не достает до блока, по идее, не достает. Там нельзя блочить кемпы. Алхимику. Да, найс. Годный центре получился. Хорошо. Возвращаемся на лайн, ребятки. У нас есть уже, в принципе, даггер, но я могу, кстати, в Октарин попробовать выйти. Давайте попробуем выйти в Октарин. Даггер, в принципе, хорошо, в любом случае купим. Но если я сделаю ранний Октарин, потому что Аганим-то уже будет скоро, будет еще круче, мне кажется. Можно было играть через Мидас, но я смотрю, в принципе, у меня есть все. Фарм есть.
А Октарин быстро сделается. Октарин быстро сделается. Уже просто Октарин, он такой. Это многосоставный артефакт. Многосоставный артефакт, и благодаря этому вы можете спокойно... Можете спокойно вот сюда шишку. Хорошо. Ой, умник, как же солид. Ну тут ару, наверное, ловлю, да? Добивай, брат, если что. Добивай, если что. Хорошо. Хорошо. Красота, работает. Работает. Маны даю. Так, и остается тогда 1700, правильно? 1к-то у меня есть уже. Да, найс, в Октарин выйдем сейчас в ранний. Посмотрим, как получится. Так, у Тинника пока даггера нет, алхимик фармит, да? Жесть, она спамит его. Спамит. Прикинь, Гарпия спамит, просто хейтит его в лесу. Уходи с леса, типа. Очень интересная механика, почему Гарпия иногда вот берет и начинает спамить. Стаков очень много, когда я замечал именно проблема, когда много стаков, тогда крипы начинают реагировать. Вообще в первой доте крипы не должны реагировать лесные на то, что ты там фармишь, да, стакаешь. Они, то есть, никогда магии не юзают, только во второй доте юзают, и то начали юзать с определенных патчей. А в первой доте они иногда крайне непонятно делают, потому что иногда не юзают, иногда нет. Очень странная механика. Реально очень странная. Зависит от стака, наверное. Ару полетела. Так, там мармалеты. 1500, да? Ну, слайна инкам хороший идет. Алхимик фуловый. 1700 хп у поленницы. Чисто полено такое жирное получается у нас. Так, отстакивают пацаны там. Сейчас ману забудем. И начнем по чуть. Начнем с такого. С бокового вардинга, чтобы можно было видеть лайны. Сначала лайны начнем вардить. Потом по чуть так, косарик остается, можно кур отправить уже. Октарин есть. Химик сакрет сделал, ну... Минимум. Что-то лагает, видимо, Рексар, да? Лагает Рексар, да? Так, ну душат. Да. Риксара мы потеряли. Но главное, курицу размаксим. Будем подконтривать тогда, если что. Ну ладно, если что, куру размаксим. Четвером. У нас старт хороший. Старт, в принципе, хороший. И деремся. Что делать? Хорошо. Да, спасибо, Риксара хорошо было. Ну, видите, как бывает, видимо. Парень вылетел. Бывает, бывает. Ребятки, не забывайте подписываться на ТГ. В ТГ я анонсирую всю вот эту тему, всю информацию по поводу того, когда будет какое видео, когда будет там стрим и тому подобное. Не забывайте залетать. К счастью, я все слежу, анонсирую, и там можно, конечно же, провести хорошо время. Ну да ладно, Риксара потеряли. Не успел я накинуть. Риксара потеряли, ребята. Круто. Хорошо. Чуть товара бы еще похиливать, да, надо было. Я смотрю, топ-тавр я прогулял. Опять-таки забылся, заговорился, и тэшка уже была потеряна. Ну да ладно. Сейчас будет Октарин, можно на топ, кстати, стянуться. Я продам щиток. Топорики я оставлю, чтобы деревья можно было вырезать. И заходить вглубь прям. Чтобы можно было прям все, вот, чтобы проблесков не было. Ну, чуть-чуть проблески в любом случае будут. Но, тем не менее.
Тем не менее. Так, Тини там купил дагер. О, это плохо. Надо подавить их немного. Ребятки, не забывайте про то, что нужно сейчас сменить всем пароли в айкапе. Это сделано для чего? Для чего, я не знаю. Но все меняют сейчас пароли. Это очень важно. Очень важно. В айкапе что-то там такое произошло, что нужно менять пароли, ребятки. Не забывайте. Го драться. Драку. Не забывайте поменять пароли, иначе вы не сможете с некстового сезона зайти. Но это видео, в принципе, уже выйдет тогда, когда уже нужно было бы поменять пароли. Так что... так что такое. Инни, даггер, смока. Инни, даггер, смока. Сейчас как меня просветят, ой-ой-ой. Еще. Смотри, 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 что делает. Четыре стоят просто. К вам пошли. Гоу. Попробуем. Попробуем. Вот этого можно. Начинать уже. По чуть. Давай его тушить. Хорош. Так, химика гоняют. Химика гоняют, страшно. Да надо, надо, гоу. Вы чё? Зря мне репел дает, конечно. Ой, какой крит. Жесть. Зря он мне крит дал. Вот тут бы сейчас... СК бы забрать. Давай, давай, вот, смотри. Герочка, тычочка. Хорошо. Я подбайчиваю. Давай, давай, рампашку. О. Ну зачем? Ну вот, вот это вообще такое себе. Подхил, отхил, отхил. Ладно. Ну... пойдет, подсаппортили немного своему тиммейту, но, к сожалению, произошло так, что вот рампашку не дали, ребята, не дали. Так, алхимик, ну, опаздывает. Я успеваю даггер, да, выфармить? Даггер выфармить успеваю. Аганим нужен. Не успевает алхимик выфармливать, гоняют его. Гоняют. Омник не дал двойку там, да, засуицидили. А пойдет, в принципе, все пока что идет ровненько. Пока что идет ровненько. Сейчас дагерочек будет. Топ-10 слитых рампак. Нормально. Ничего страшного бывает. Не подумал, парень. Просто делает. Кнопки жмет и все. Кнопки просто жмет и все. Пусть забирает. Я варжу. Хорошо. Так, ну что, близится у нас покупка даггера. Аганим, я не знаю. Аганима я пока не вижу. И нужно будет взять гем. Стопроцентно. Сначала начнем боковинки отварживать. Я боюсь, у меня будет не хватать маны. Потому что у меня, к сожалению, только Октарин. Октарин, кстати, сейчас вообще никак никуда не заходит. Я так смотрю, потому что я уже выформил Октарин, у меня должен был быть Аганим, и я должен настакивать уже обсервы наши. Но каточка будет где-то минус 60, я так чувствую, потому что завардить всю карту будет не так уж и просто. Не так уж и просто. Не так уж и просто. Да что такое-то, ё-моё, не надо. Что за кринж? Но 4 на 4 не очень хочется эту тему делать. 4 на 5 нормально, когда есть какая-то оппозиция, да, но не 4 на 4.
Но не 4 на 4. Так неинтересно. Но не 4 на 4. Ой-ой-ой-ой-ой. Реконнектит. Хорошо. Центрячок. А почему варды никто не скупал? Божечки, я ж сказал. Варды не скупают они. Господи. 20 минут варды просто в магазе. Вы чё? Прикиньте, да? Ой-ой-ой. Ну ладно, погнали вардить, ребят, по чуть. Открываем карту, начинаем отсюда. Жесть. Вот это, конечно, фейл фейлов. Фейл фейлов. Это, конечно, фейл лютый. Так, ну все, моя задача крайне простенькая. Это, конечно же, вардинг. И погнали, вот по чуть начнем. Там, тут. По чуть открывать. Левую сторону начинаем открывать уже. Жесть, они варды никто не покупал. Прикиньте, и короче, варды так и не копились у нас. Но, скорее всего, еще одну катку тогда сделаем. Я думаю, еще одну катку сделаем. По кайфу. Вот сюда даешь. Оп, хорошо. Левая стороночка начинает приобретать у нас цвет. Мне главное работать. Не успел я, да? Ребята дерутся. Да вряд ли там тебе корни помогут. Да. Да, помогли корни. Так, ладно. Дело такое. Дело очень нехорошее. Если честно, происходит. Надо гем сейчас взять, в центрике я не буду брать. По чуть начинаем заварживать. И не стоит. О, нифига себе, ну тут минус ветки. Туши его нафиг. Туши его нафиг. Ну, ладно, не удалось потушить. Бывает, бывает. Окей, единственный, кто там может сбивать нашу всю контору, это, конечно же, Тини. Давайте сделаем Soul. Soul Ring. Здесь сейчас поставим. Вардик. Емич нужен. Так, ну что-то умник не захотел в этот раз под хил нажимать, не знаю почему. Ну, да ладно. Хорош, забирают пацаны под репельчиком. Отлично. Ну, вроде пока идет нормально. Вторая каточка. Я думаю, вторую катку сделаем. Постараемся улучшить наш результат, который идет сейчас. И, ну, посмотрим в целом, как у нас эта вся тема должна получиться в идеале. Хочется посмотреть, конечно, вот, ну, всю открытую карту, да, вот прям, прикиньте, вот вся карта открытая. Прям вот вся. Вот, ну, вот так вот, вот таких вот проблесков там не будет, да, вот, вот, вот эти, видите, темненькие. То есть всю карту нужно будет открывать, поэтому... Фармим, деремся. Фармим, деремся. Делаем вещи. Хорошо. Деремся, фармим, я ставлю. Моя задача это главное карту все завардить, да? Прикиньте, если получится. Хорошо. А где мартретка? Брат, ты там потерялся, что ли? Твоя задача душить. Ой-ой-ой, ну у меня октарин есть. Хорошо. Я очень жирный.
Хорошо. Погнали сюда. Вардик как раз. И почуть заставляем. Да, это, конечно, должно быть эпично. Но пока не знаю. Пока ставим. Как думаете, сколько времени на это уйдет все? Сколько времени на это все уйдет? Пусть пацаны фармят, одеваются. Алайни ткнем, там ткнем. Арканы, я думаю, нет смысла уже делать. С солрингом можно вытаскивать эти вещи. Эти вещи с солрингом вытаскиваем. Хорошо, курочку кто-то подконтривает. Варды скупают. Варды главное копить. Жесть, прикиньте, 20 минут, это 3 варда где-то. Пацаны не копили варды. Я фармил свою задачу. Я еще вначале написал, ребята, скупайте варды. Будем ставить, всю контору делать. Так, ну пока тут палец уже преображается. Что-то какой-то вижен, да? Здесь вот сейчас ткнем. Глубоко вот сюда зайдем, вот сюда поставим. Левую сторону я там подвардил заходы. Правую сторону потом подвардим. Но это очень долго будет, но... Должно быть эпично, красиво. Уже лесочек, смотрите, у нас тут уже МХ есть в лесочке. МХ купили, вот сюда сейчас поставим. Ломать, я думаю, нас не сломают. Но Тини может сломать, начинать сплитовать там образно, да? Ребята в мид пошли. Погнали, поможем. Монетку заберу. Алхимик вряд ли будет забирать там. Так, гемчик надо, да? Давайте гем возьмем. Смотри, мобхак сюда надо поставить. Мобхак ставим. Сюда сейчас мобхак поставим еще. Гем возьму. Стики, наверное, скину. Нафиг они нужны. Уже не то время. Топорик я оставлю, чтобы можно было делать аккуратненько все по красоте. Нет, мне урна не нужна, ребят. Гем нужен. Хорошо. Не успел ЕСа перекрыть. Эжи. Да поставь ты, ё-моё. Хорошо. Пойдет, мартретка разгрызла пока. Брат, я похилю. О, ару на себя приму даже. Пойдем, 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 не бойся. Не бойся. Хорош. Чего бояться? Чего бояться? Вон он убежал. Жесть. Так, ну вот тут мобхак нужен-то нам. Ой, хорош, забрал. Молодец. Забрал таки. Солринг не подюзывал, жесть. Ну хп нормально просадил. Все, давайте тут чуть-чуть подвардим. Тавера. Ломайте по чуть. Давите. Хорошо, тут немножко просадили. Сейчас поставим. Помните, я уже в гайде пытался на руф открывать всю карту, но это крайне тяжко. Очень тяжело. Очень тяжело. Очень долго и очень тяжело. Очень тяжело. Есть, топор купил. Да. Вот начинается это дело, немного будет усложнять сами же подписчики ситуацию. Но будем пытаться прятать как-то, видите. Наглый вижен вряд ли получится поставить, а такой какой-то косвенный. Будем пытаться. Хорошо. Вон он взял топорик, все, пошел по лесу. Пошел по лесу. Эту вещь. Иду. И опять подставлю. Оп, вот так вот. Хорошо.
Все, деварним, все снимаем. Ушел. Ушел. Пойдет. Так, ну у нас вроде что-то пока тяженько, да, но я все деваржу, все снимаю. Все деваржу, все снимаю. Так, 2800, рефреш будем делать. В любом случае. Расставляем пока. На топе красиво я такой рядочек выставил, да. Ну, уже получше. Чем дальше, тем лучше. Будет красивее. Чем дальше, тем лучше. Тревел возьмем. Тревел. Товара подхиливаем, фармим. Тревел эху берем, чтобы быстрее двигаться. И можно будет у них еще базу завардить. Заблинкуемся просто. Тык-тык-тык-тык-тык. И начнем по чуть. Оп, хорошо. Вижен даешь. Вижен даешь. Я вспомнил, как в гайде на Руфа чел, союзник, начал мои просто на твинхеде ломать глазки эти. Ему было по кайфу, это я не знаю. Тупо хейтер какой-то. Хорошо, тут лайн, смотрите, уже как преобразился проходик. Есть. Сейчас в их лес пойдем поставим. Надо вообще в первую очередь, конечно, вражеский лес заварживать. Вражеский лес завардим. Дополнительный под фарм во время ультования. Врагов без фарма оставлять. Хорошо. Ты что хотел? Что хотел на Руфе, чувачок? Ой, на Руфе, ну вы поняли. О, спасибо. Спасибо. Если там ситуация у нас не очень произошла. ХП мне быстро сжег. Быстро сжег ХП. Портретка работает там. Че по... ХПшки в товарах, вот можно похилить. Сейчас вот тут вардик поставим. Оп, идет. Нет, ульты, чтобы засейвить всю контору. Пока работаем. Знаете, такая безмятежная каточка сейчас. Просто стоишь, кайфуешь, расставляешь. Ребятам фарма дал. Нормально. Лучше. До 60 где-то будем ставить. Это жесткое будет, долгое. Так, пока поставим вот сюда. Тут надо прорубить и вглубь поставить. Вот на вот это дерево. Ну уже, смотрите. Почти мапхак, да? Уже выглядит почти как мапхак. Почти. Рефреш сделать надо срочно. Сколько КД? По 17 секунд КД. Меня похоронили, походу, да? А нет, еще живой. Пойдет. Так, ну ЕС рубит. ЕС рубит деревья. Оттягивает ЕС время. Оттягивает. Хорошо. 2300. Нормально, помог команде. Так, идем вот здесь поставим сейчас. Лайны. Задушиваем. Ребята в максимальную доминацию ушли. Нормально. Нормально. Рошана забирает, все забирают. Хорошо. Хорошо.
Хорошо. На самом деле идея, прям задумка, это сама очень лютая и крайне тяжко, наверное, будет в реализации. Ну, вроде пока нормально идет, не знаю. Вырубаем по чуть. Как-то вот так, что ли, не знаю. Рефрешер сделаем, с рефрешером можно будет чуть-чуть побыстрее ставить. Раз там в определенное время перекрывать хотя бы тех вардиков вот этих, да, которых сбили. Которых уже нету с нами, как говорится. А пока работаем. Расставляем ЕС, конечно, под руинами. ЕС тот еще руинер. Не дает ставить. Хорошо. И несерьезный, блин. Пришел такой, жмыхнул. Тасты. Вот тут сейчас поставим еще. Санкинг с топориком бегает. Ну, начинается. Начинается. Пять-шесть деревьев уже подрубили, пацаны. Поэтому надо глубже ставить, чтобы видно их не было. Так, у меня там персик есть один, да? По чуть сейчас еще глубже зайдем. Вот так вот. Можно вообще к ним на базу сбегать, подвардить. Давайте так и сделаем. Вот здесь сейчас поставим. Ближнему вот этому дереву. Там поставим, тут поставим, пока товара похилим. Оп, хорошо. Мобхак пошел. Вот здесь сейчас поставим. Вот здесь. И по чуть завардимся. Хорошо. Сейчас где-то, наверное, вот сюда поставим, на вот какой-то вот из вот этих вот деревьев. Чтобы можно было как-то балансить, да? Хорошо. Есть как мы красиво делаем, да? Это чё? Ну, найс. Кто настолько умный там? Кто это там настолько умный? Ну, это даже, возможно, и мобхак, потому что я вроде нигде не палился, сейчас ночь. Понимаете, да? И... крайне странно выглядит, когда парень просто берет, куру ведет и... Ладно, перезапись. Спецом руинит парень на ЕСе, конечно. Ну, такие подписчики бывают тоже. Ну, а чё типа им делать, да? Ну, а чё типа делать? Правильно делает, скажет кто-то. Не, ну, на самом деле такое себе, да? Прям вот целенаправленно на этот момент идти хейт такой выливать. Ну, первая катка у нас получилась, давайте выразимся так. Неуспешно, неудачно. И, к сожалению... небольшой провальчик у нас получился вот здесь. Ой, как Омник долго кнопки жмет, это жестко. Очень долго кнопки жмет. Жестко. Ну, такой какой-то результат у нас первый, не очень. Не очень, выразимся. Сейчас будем пробовать вторую попытку. Но в паб пойдем, пойдем в пабе это делать. Пойдем делать это в пабе. Подписчиками не будем делать, потому что сразу начинается вот это, то, что вы сейчас видите, и это не есть хорошо. Поэтому давайте попробуем сделать это в пабе.
пабе не думаю, что будет таких хейтеров, как ЕС. Вот этот специально берет куру, ведет, везде чекает, смотрит, снимает. Даже там, где они не нужны эти, да, вардики, то он их там же снимает. Интересно делает, конечно. Мне нравится. Интересно. И вардики наши ребята также забывали покупать. Типа, просто варды на базе лежат и ничего не происходит. Забавно. Ну, первый блин комом. А потом говорите, что видосы, да? Хен там ленится, изи писаю. Вот такие видосы вот сидишь, переписываешь по несколько игр. По несколько игр. Так, ну это тогда дропнем. Давайте, наверное, вот это Soul Ring вот так. Нет, не стики. Хорошо. Сделаем вот так. Вот так. Еще ультану. Еще ультану. Ребята душат. Пойдем помогать почти. Две ульты всадили. Ну, посмотрим сейчас максимально, сколько я выжму, да, пока ребята пушат. Сколько я выжму открытой карты. Потом, если что, я думаю, даже сравнение сделаем карты. Сравнение карты сделаем. Сравнение потом посмотрим. Да, next пойдем с нормальными ребятами в пабе. В пабе точно можно будет записать. Оп, хорошо, давайте здесь поставим. Отлично. Химик там бегает, гоняет всех. А я пока работаю по своей задаче. Самое интересное, это, наверное, середина игры. Потому что в середине игры по кайфу участвуешь, принимаешь участие в игре, а не гоняешься скрипами. Да поставь ты, ё-моё, что ж так сложно. Смотрите, не ставит. Вот тут поставил. Но тут мапхак рабочий, вон. Тупо видно, чувак бегает. Мапхак тут рабочий. Пойдем еще там где-нибудь поставим. Вон, смотри. СК туда же чисто. Отлично. Ультуем, смотрим фарм. Какой было? 4700. 5600 есть. Госнос. Ломайте по чуть. Я по максимуму постараюсь товардить. Сравнение со второй каткой хочу. Сравнение со второй игрой нужно тут по максимуму сейчас выдавить. Как можно. Вообще завардить. Центр у нас не заваржен, да, получается? Весь наш лес почти заваржен. Там буквально чуть-чуть остается. Вот тут, да, такой проблеск небольшой. Сейчас тут поставим ультанем, рефрешнем, еще поставим ультанем. Вот тут сейчас завардим. Блин, на самом деле интересная идея. МХ просто. Так, раз, два, три... 4. Ульт идет еще. Еще раз ультуем. Подчищаем весь лес. Все, весь лес зафармил. 7000 просто. Есть. Да жестко. Почти весь лес зафармил. Круто. Круто. Так, ну что, тут у нас вижен по кайфу. Вот тут надо поставить еще, да? Вот тут сейчас поставим. Тут ставим. Тут сейчас в это дерево. Ночью, конечно, вижен вот более корректно показывает. Днем глазочки, да? Чуть получше смотрят. И вот ночью видно более корректно, да? Как работают у нас эти вардики.
Лучше видно прям. Где какие есть пробелы. Днем прям вообще мапхак рабочий. Светильник просто. Светильник днем включили, щелк и поехало. Держи. Так сделаем. Я все равно фрифарм вообще тут конкретный даю. Есть. Где-то примерно вот можно, смотрите, сейчас, если с таким руином у меня вот к 40-й минуте, в принципе, можно достичь реально хорошего результата. Прыгнуть там, да, поставить все опсы, варды. Ульт мой лютый, конечно, сейчас был. Хорошо, отходим. Пойдет. Нормальная тема. В принципе, пойдет. Первый результат я доволен. Относительно. Относительно доволен первым результатом. Оп, хороший, вернулся. Омника затушили. Куда Хуцкар прыгает? Психанул, что ли? Ох, ЕС туда же. Сейчас, вот тут поставлю и ультану, брат. Еще ультану. Жалко, не дамажу, потому что не работает ульта, когда нету глаза. Почти. Почти. Так, ну что, и подведем итоги, ребятки. Первая катка 46 минут у нас увенчалась вот таким вот успехом. Я это заскриню, вот так вот сделаю. И посмотрим, некстовая катка, как у нас получится. Все-таки получится у нас так завардить или нет. С этими обсервами, с другой всякой темы. Реально, вот хочется посмотреть. Погнали некстовую. Ну что, ребята, погнал у нас некстовая катка. Сейчас мы будем пробовать таки законтрить пацанов. Законтрить этим виженом. Постараемся сделать по красоте. Попробуй. Огоним сразу без радика. А то к 20-й долго очень. Ребята не пикают, ждем. Я буду сидеть АФК, пока у меня все бабки не снимут. Мне все равно, абсолютно все равно. Пока что контрпика никакого нет. О, ВД взяли, все хорошо. Есть, работаем. Работаем. Берем такой билдец и погнали. Наша задача немножко поколотить сейчас крипчиков, конечно же, выйти. Ну, вы все, в принципе, знаете. Все знаете. Горуну. Помогите химику. Химику руну поможем. И погнали делать вещи, ребята. Надеюсь, эта катка будет интереснее, чем первая. В первой катке, хоть и ребята вначале давали оппозиции, но мы потом выровнялись и начали все делать. Плюс нас осталось четверо. Вижена мы не смогли пользоваться. Обязательно, ребятки, поставьте лайк. Напишите комментарий, какое видео вы бы хотели видеть еще в рубрике «А что если?». Ну и пока вот эти видосы, которые вы видите, это видосы из моей головы. То есть я сам что-то придумываю и, конечно же, мы делаем красоту. Делаем красоту. Дальше лучше, дальше больше. Почему нет? Дальше больше, дальше лучше. По чуть-чуть сделаем вещи. Оп, хорошо. Еще столько контента вас ждет в рубрике. А что если? Жесть, не там какие-то там, да? Вот, но, по сути, я не очень люблю эти банальные видео делать. Там летуны против наземных, там вот такое. Да это даже, в принципе, не смотрят ребята. Не хотят такое смотреть. А вот какое-нибудь видео, типа вот как вот это, да, это по кайф. Так, у меня очень тяжелый лайн на самом деле, потому что мне тут могут лицо ломать просто на изи. Этот закрывает в коге, этот кидает склянки, каски, до свидания. Оп, забрали крипа, пойдет. Надо щиточек тут взять будет. Щиточек взять надо будет. И постараемся ни один тавр не потерять. Посмотрим, как игра пойдет, а там уже будет видно. Там уже будет видно, ребят. Так, есть. Отвожу, да сам смотри как. Попробуй. В
Я тут аккуратненько буду фармить. Первое, что купим, это аркану, потом акторинчик и так далее. По одному крипчику забираем, найс. Писа. Примит. Алхимик, по идее, должен быть фри там. Дабл отвод. Делать надо, дядь. Дабл делай. Ладно, умник неопытный. Дабл делай. Я сейчас сдохну, пока пишу. Надо принимать, окей, деремся. Скрипами-то можно. На экспу дави просто, и все, крипочков руинь. Ладно, пойдет, одефились. Чуть, я чуть не сдох, пока писал. Ненавижу в игре писать, поэтому, потому что у меня расположение, у меня микрофон стоит посередине. Мне вообще максимально неудобно писать. Вот. Максимально неудобно писать, то есть мне приходится убирать там туда-сюда, вот так вот. Как говорится, все не под рукой. Не под рукой, выразимся так. Оп, хорошо. Тут, в принципе, лайн такой. Можно Вич-доктора по КД убивать. Но клок-то не будет же стоять АФК. Клок АФК стоять не будет. Ой-ой-ой, молодец. А я мог дать. Я мог дать. Я пока туда-сюда не видел. А чуть-чуть надо организованнее, собраннее играть. Меньше дела, больше слов. Найс, сказал. Все в моем репертуаре. Все через жопу. Классика жанра. Сларки там. Сларки. 80 винретные сларки. Которые будут грязь делать. Но мы постараемся виженом перебивать его. Чтобы он не бегал быстро. Надо отойти. Скляночки, да, сейчас будут банальные. Хорошо, все склянки в меня. Найсово. О, гоу. Да закрыл бы его там. Мы убили бы сейчас. Закрыл бы его там. Но я не смогу зайти теперь. Печально. Печальненько. Что ж ты от меня хочешь на своем Вич-докторе? Так, мангусик. Клоки пошли гулять. Не к спеху тут, в принципе, этих крипов стоять, чесить. К спеху. В прошлой катке фарм легче шел намного. В этой катке немного тяжелее. Я так смотрю, и по другим лайнам тоже. Тяжко немножко ребятам. Сларки там всякие вот эти. Ну пойдет. Пойдет. Пока что пойдет. Четвертая минута, в принципе, 20 крипчиков есть, пойдет. Сорян, как обычно чихаю. Ничего страшного. Думаю, аркану в любом случае сделаю, разберу ее в акторин. В любом случае. Пойдет? Умник с двойкой, да, есть. Хорошо. Там на топе можно по КД убивать аппаратом, артреткой и умником. Просто прыжок и уничтожение. Мне иди на топ. Маги, аппарат отдушите. Ларка они не убьют этот ратом. Будет ресурса. Вот аппарата спокойно буду душить. Так, алхимик. Сразу решил в огонь, нифига себе. Вот это плохо, что он будет потом недееспособен. Если сейчас мартретка не передушит, то будет тяжеловато. Артретка не передушит, потому что будет тяжеловато.
Риксар подстакивает. Алхимика нечем фармить. Идет. Да. Умник все никак не дойдет. Но тем интереснее будет изюм. Изюм будет. Да не, не потянем мы тут. Я вот так подхилю. Типа, ну это максимум, что могу сделать. Хорош. Неплохо. Молодец, деревья рубит хорошо. Истинный дровосек, получается. КДшка. Сларка фидим там как можем, да? А и не заберешь ты его. Ай-яй-яй. Ну, стики. Хилочек. О, хорош. Замедло будет? Хорош. Шишку еще сюда. Давай. Отлично. Хорошо. Помогли ребятам немножко на разороте. Сыграли. Вардики надо покупать. Надо, чтобы варды были всегда меньше, чем 3. Варды всегда меньше, чем 3, лол. Так, пойнт-бустер. Пойнт-бустер. Монета, наверное, хоста какая-то. Да, ну я заберу, потому что Тини там стоит на взводе уже. Готов. Че он стоит? Сломался, что ли? А-а-а. Ну, отпускаю. Отпускаю, пацана. Сломался, чел. Ау. 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 Ну, зря я алхимика фарм забираю, но... Пошел. Почти акториновый есть. А, он все равно там лес гоняет. Пусть гоняет. Правильно? Внизу тэшка очень сильно просевшая. Очень сильно просевший тавр. Ребята на топе душат. Что там на топе пока не нужна подхиловая, да, никакая? Тогда работаю по отхилу тавра. По отхилу тавра работаем. Можно бы сейчас мангуст закинуть. Вот так, фулл мана, найс. Ну, вардики чуть подбираем. Нормально, в этой катке я чувствую, что может получиться. Может получиться. Прям чувствую. Есть огонь, нифига себе. Красава. Начинаем. Первый вот сюда. 9-я минута. Во! Не 20-е. Хорошо. Но теперь у меня нету октарина. Надо октарин. Не 20-е. По чуть-чуть будем. Где ближе, там выставляем, подфармливаем. И найс. На низ сейчас пойду. На низ пойду сейчас. Хорошо. Можно для скорости передвижения сейчас первую качнуть. И по чуть мобхаки тут расставляем. Оп, хорошо. Найс. Газ солирует там. Идем на низ. Работаем. Локус убежал. Киники. Курумагас. Надо отрабатывать по карте на телепортах. Сейчас продадим щиточек. У нас есть солбустер. Надо отрабатывать, потому что ребята сассируют. Немножко тяжеловато им.
Хорошо. Это продаем. Типешку имеем. И не по идее даггер уже имеет. Даггер, по идее, уже имеет. Че тут подхиливаем тавер? Вот здесь подход сейчас завардим. Можно было алхимику спокойно фармить. Не париться. О, не достало, прикинь. Ай-яй-яй, досада, да? Чуть-чуть не достало. Так, вард. Вот сюда. Вот так вот, вард на базу. Варды надо просто дропнуть. Печалька. Прикинь, ультом не достал там. Думал, помогу. Чуть-чуть не достало. Вот сюда, вот здесь бы точно достало. Оп, хорошо. Пойдем фармить лайн. Фармим лайн. Клока транквилы забрали. И найс. Найс. Так, ведется видеонаблюдение в магазине здесь у нас. Октарин почти есть. Октарин почти есть. Сентри там. Ой-ой-ой-ой-ой. Сентри. Хорошо. Тини еще тут. Мартретка не захотела. Не, Б. Мартретка не захотела. Пойдет. Мана кончается. Soul Ring в студию. Подхиливаем. Можно даже немного погазовать, побиться с ними. Хорошо, соул имеется. Есть там вон, пацаны ходят. Видно все. Тут кайф варп. Не видно почти. Так, и Сларка бы надо поджучить, да? Сларка. И не ходят. Это нафмар. Хорошо. Отлично. Не в тот лес он зашел, выразимся так. Здесь подхилим. Пойдет, по чуть. По чуть идет, маны нету, жалко. Маны нету, гол. Один манго возьмем, это 500 маны. Покажу сейчас, почему 500. То все совсем плохо. Ой-ой-ой, там деревья срубили, да? Печалька. Да там Shadow Dance сейчас будут. Я ей, прикинь, чуть-чуть не хватило. Ой-ой-ой, заберет, да? Молодец. Показываю, что такое манго 500 маны. Оп, 500 маны. Есть. Есть 500 маны. Уходим дальше на вардинге. Пусть пацаны фармятся и драться надо. Ломают деревья. Ломают. О, еще минус деревья. Еще минус деревья.
Аппарат ломает, да, это плохо, ребят. Плохо. Ну, будем пытаться. Хорошо. Пойдет. Надо пойти заварживать другие точки, потому что... Я смотрю, тут аппарат, походу, чел с фейка зашел и руинит контент. Просто это вторая игра, как вы поняли уже, да? И вот этот чел, это новенький, там, фейковый аккаунт. Ну, ну там, лоу ПТСы. Лоу ПТСы в плане того, что... Ну, новый аккаунт видно, как будто новый там. Просто, знаете, даже стата. По-моему, что-то 1-0, что-то такое. Специально чел заходит и руинит. Вот, ребят, ну вот, крысите. Вот как с вами можно контент писать? С вами как контент можно писать? Не можно. Да, Акторина, чуть-чуть остается, надо фармить. Чуть-чуть фармим. Лесок свой заварним сейчас. Тяжелая задача у нас таки сегодня. Жесть. Ну реально, я думал полегче бы. А, тяжелая ситуация. Тяжелая. Так, 1600. Го-го-го, ульту, 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 ульт. Жалко, не ультанул. Не захотел. Не захотел. Вот сюда сейчас ткнем. Вот так сделаем. А, там сняли, да? Сняли. Этот ходит, ломает. Да, жестко. Жестко, ребят, жестко. Прям хардгейминг у нас сегодня. Хардгейминг с этими вардами. Чел на аппарате, это походу парень. Надо и айпишники прочекаю. Чел на аппарате, это чел с прошлой катки походу. И специально ходит, снимает. Найс, у нас тут хорошо видно все. И не успел. Брон удал кнопку. Убиваем его, убиваем, убиваем, убиваем. Он же крип. И бро. Печалька. Жесть. Ну ладно, ребята заберут. Потар, Сларк. Армлет. Армлет. Что-то с армлетом там парень. А хукшот будет все равно. По-любому. 100%. Рассказывай первый раз в жизни. Что это, почему меня свернуло? Ладно. Нужно вот эту креветку остановить. Ребята. Такой балабол на аппарате, отвечаю. Ужастик просто. Но жалко, нету Living Armor. Иди сюда, пожалуйста. Хм. Да, аппарата шлепнула. По голове этому Сларку. Нормально. Пойдет. Но без хейта никуда, ребят. Без хейта никуда. Как видите, в
Пытаются ребята руинить нашу катку, да? По плану мы делаем. Опсы. Делаем по плану, ребята вот стараются, да? Сделать все максимально, ужесточить игру. Так, Актарин сюда. Ужесточить, сделать ее максимально тяжелой для нас, чтобы у нас не получился контент. Вот такие вот ребята. Зла не помнят, приходится записывать. Хорошо. Хотя бы чуть побыстрее начну расставлять. И нижний тавер мы таки просали. На последние деньги. Ну да ладно. Нижний тавер не потерян. Погнали по чуть будем. Тут по чуть начнем. Хорошо. По чуть начнем делать вещи. Лесочек подзавардим. Там подзавардим, тут подзавардим. Next дагерочек надо. Вот сюда. Хорошо. Так, имеется. Сейчас вот здесь поставим. На рунке. Можно будет здесь поставить глубоко, чтобы можно было видеть подходы. Вот тут где-то, вот в это дерево. Оп, хорошо. Вражеский лес бы проникнуть. Вардики скупаются. Хорошо. Потом как завардим, как выйдем. Уф! Прикиньте! Вау, эффект! Фармим. Можем и сейчас подраться. Омника сейф. Чуть-чуть. Го! На эти, на варды, если на мои выведут, будет нормально. Сларк. Сларк в спине. Ну ладно, сейчас ультанемся, что. Сларк тут где-то должен быть. Оп, найс, минус аппарат. Аппарат мне нужен. И вот этого туда же. Не выйдете. Никуда вы не уйдете здесь. Вы наши. Хорошо. Даем хейтерам. Даем чапалаху. Хорошую такую, бодренькую. Бодренькую. Уш. О, Сларк в миду принял, да, Эриксара? Так, что там под хилу товара? Здесь есть. Отлично. 600. Одевайтесь. Для файта. А гоним пока не надо. Гоним пока не надо. Жесть, там тавр фуловый уже. Так, куда нам нужно? Вот здесь вот этот кемп нужен. Вот сюда зайдем сейчас сначала. Под варп. Ух, чуть варп не сломал свой. Сам себе, прикинь, заруинил бы. Я плакал бы. Я бы плакал. Хорошо, погнали немножко повардим тут. Можно постановочно ультануть. Постановочный ульт сделать. Тут надо было еще кемпик доставить. Ладно, сейчас вот так сделаем. Хорошо. Мне чисто на дагер. Ульт слил на дагер. Ломает, он ходит. Да, да надо сначала свой лес, потом вражеский по чуть. Он, смотри, ходит, просто ломает. Он, возможно, с мобхаком этот чел. Он будет ходить и видит, где каждый вардик стоит, у меня будет его ломать по КД. Хейтер вонючий. Ладно, варды-то он в любом случае не сможет так ломать, правильно? Обсервы как поставим.
Хорошо. Риксар не помог там. Риксар не помог. Скади. Прям сильный сларк. Сейчас еще поставим здесь. Вот тут где-то. Выгрызает деревья тоже. Крысит. Куда ты идешь? Что происходит? Жесткая что-то катка какая-то. Пятером, го. Надо драться. Деревья ломают по КД. Вылезет на поду. Гем надо взять. Ой, хорош. Я в склянках стою, а Егу выбили. Лока хотя бы или кого-нибудь. Пойдет. Туши. Хорош. Отлично. Хорошая драка. Оппозиция сильная у ребят там. Мы тоже не шутки шутим. О, мид пушится. Пойдет. Топорик зря я скинул, стики надо. Стики надо. Вот так делаем. Хорошо. По чуть подрабатываем, ребят. Пока идем. Идем по плану. Идем по плану. Найс, вульт. Вульт аппарата хилить. Круто, годно. Аппетитно. Хорошо. Так, вот тут сейчас по чуть надо будет, да? Тревел бы. Жесть, ну 30-я минута, в принципе, я почти открываю карту. Почти, но усложняет то, что ребята все-таки снимают, да? Не пофиг им. На контент Хинозиса, не пофиг. Кем есть? А что если все дерево в вардах, да? Ой, все дерево. Каждое дерево в игре в вардах. Это жесть. Хорошо. Тут бы зафармить это. Хорошо. Тревелеху надо. Но эта катка повеселее, поактивнее. Там оппоненты такие заряженные. Кто-то там уже встрял. И зачем подставился так сильно? Алхимик. 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 Алхимик.
Пока игра идет, надо, в принципе, играться, да? Вместе все получится. Да ты что? Все, он запрыгнул. Ух, тут вырубили, блин. Мне дает голдфит, молодец. Хорошая драка, блин, как красиво-то, а? Красиво делаем вещи. Дальше. Я захиливаю. Гоу. Алхимик тут еще. Молодцом. Найс. По красоте, ребята. Так, первая пачка опсов у нас есть. Не. По красоте. Весь лес. У них лес вражеский, да? Вот почти открыт весь. Почти весь открыт. Там есть пробелы, конечно. Но сейчас день. Днем вижу намного лучше, чем ночью. Так, ребята купили БКБшку еще до кучи, да? Ой-ой-ой, ульт аппарата. Аппарата Б. Чувак. Мы тут оба сейчас сдохнем из-за того, что Мартретка делает. Вот меня вот подставил просто. Зачем ты меня так подставляешь? Просто, ну, у него там в голове, в глазах вот это one way. Ну и за это придется в таверне, ребят, посидеть из-за мартретки. Убивай ВД, там уже делай что-нибудь тогда уж. Хорошо, убьет она его. Пойдет. Ну, жалко, я в это время все сижу в таверне и вынужден вардить. Не пуш. Через 4-я минута, жесть, но сфидил я. Ничего не поделать, ребят. Так, 2200. Уф, вардики, копим. Копим варды. И будем сейчас завардживаться. Так, в первой катке мы, кстати, не завардили. Моего ульта хватило. Вместе с аганимным глазочком. Очень много у нас такого. У нас Риксар рубит, да, там файт начинается. Тини кого-то кидает. Там жестко получается. Блин, ну тяжелая задача на самом деле. Открыть всю карту. Ну попробуем. Пробуем. А что если открыть всю карту, да? Арчит купил зачем-то. Рачок. Подфарм дополнительный. Хорошо. 3000 есть. Химика забыли. А не, бро. Хорошо. Вон, Тиника можно убить, мне кажется. Да нет, не можно. Блин. Тут детекшн есть, брат, но склянки. Ты-то стой, чё ты отходишь? О, не надо, дядя. Хорош, душа. Встану наперед, чтобы креветка не прыгнула. Нет, стой. Некому дефить. Алло. Просто некому дефить, они вгрызаются. Welcome to our village.
Ребята торопятся. Мы можем закончить прямо сейчас, безусловно. Мы сильные сейчас, мы пофармили, у нас все есть. Но наша основная задача в этой катке, это, конечно же, максимальный вардинг. То есть попробовать по максимуму завардить карту. Я очень хочу ее открыть полностью, но я боюсь, это не получится. Потому что это чересчур, я так смотрю, тяжелая задача, потому что нужно именно все проблески убрать темные. А это очень долго. Примерно 70-60 минут, если так прям потеть. То это так, ну, тяжеловато, я так думаю. Тяжеловато. Надо аккуратненько это делать. Все вардики поснимали, ребята, там. Сейчас рефреш делаем. С рефрешем чуть-чуть побыстрее это дело будет. Чуть-чуть. Ну, буквально на пару секунд. На пару секунд. Там, на 3 минуточки, на 4 плюс-минус. И не ломают. Они ломают еще, в этом проблема, видите. Он целенаправленно ходит, да, девардит. Ну, это подписчики. Они любят так делать. Вот в чем резон, да? Руинить контент. Хочется же красивый контент. А вот специально вот. Нет, мы тебе не дадим, да? Ну ладно. По крайней мере, в любом случае, такой видосик уже выйдет. Потому что интересная катка. Катки интересные получаются с этих игр. Когда оппоненты, да? Тиммейты стараются, оппоненты палки в колеса пихают. Тогда немного интереснее получается, тем не менее. Все равно. Кто бы что ни говорил. Что там есть? О, тут есть, там можно зафармить. Хорошо. Можно зафармить. Уйди нафиг отсюда, достал. Ходишь за мной. Ходит за мной. Сейчас вот тут поставим везде. Сразу отлип. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот так вот был. Хорошо. Есть. Вот тут чуть подвардили, там подвардили. Сейчас драку сделаем. Жесть, там на бин стоит у него слип. Зеленка такая большая. Го драку. Всех в инвиз покидаем. Рефреш почти есть. Там Рошан, походу. Походу Рошан. Гема нету, жалко. Надо Рошана завардить, кстати, еще. Что-то я совсем забыл про то, что надо еще Рошана завардить. Совсем забыл. Не души. Ты чё? Прям в меня кинул, прикинь. Я подвяжу только, подойдет он. Оп, хорошо. Ну, стою с дизейблен. Хорошо. Пойдет. Склянках стоим, все. Все, уйти. Хорошо там. Старк не умер, да пусть дефит. Вот здесь хочу вардик поставить прям. Вот это бы дерево как-то срубить. Меня блинкует, постану не туда, куда надо, короче. Не могу сюда блинкануть, чтобы сюда прям в дерево поставить. И срубить не могу. Вот здесь попробуем сейчас. Срубить не могу. Так, 2000, да, золото сейчас сверху. Тут вот так рашпит, нормально видно будет. Ультанем. Вот в это дерево сейчас пихнем еще. Или вот в это. Хочу вот в это высокое.
попробую. Не дает. Оп, найс. Хорошо, запихнули в это дерево, вообще незаметно. И погнали у них по базе, наверное, пройдемся. Ребята что-то там наглеют уже. Так, арчит омнику накинулся. Отходим. Ой-ой-ой, ну похили. Уже бежит ломать. И у него главная задача это просто ломать деревья. Этот хейтер на аппарате просто зашел, чтобы поломать деревья. Вот отвечаю, он зашел тупо ломать деревья, я вам клянусь. Обратите внимание, он просто игнорит драку, он бежит деревья ломать. Жесть. Не пуш. Не пуш, пацаны. Да, это, конечно, люто. Против таких пацанов играть. Но нам нужно боковины вот эти все еще пройти желательно. Желательно. Хорошо. Чуть там, чуть тут. Чуть там, чуть тут. Надо вглубь их прям прятать туда вот эти варды. Вот так вот хотя бы. На 45-й зарастет. Деревце. Сейчас день хреново днем будет лезть. Вот так вот они зря соло лезут, потому что... В случае чего, там сейчас Аега закончится. Мало что получится там. Мы попробуем. Вроде не видит меня, да? Я пытаюсь просто подхиливать, как могу. Как могу, подхиливаю. Гема нету. Гем мне. Даешь гем? Хорошо. Пацаны. Го опсы на их базу. Вон он, смотри, вышел. А чё делать? А чё делать без лотарчика, дядь? Чё делать? Сейчас мы тебя найдем, сладенький наш. Мы тебя найдем. Жесть, выходит сразу, видно, то есть не спрятаться. Ларка, люто контроль. Не спрятаться. Соул кто-то моё подгрёб. По-моему, Риксар, да? Это подгрёб мой соул-бустер. Соул-бустер, соул-рингер. 5000 золотых на кармане имеется. Давайте вот здесь что-нибудь поставим. Вот тут, ну, вот это. Еще чуть сделаем. Слар, кстати, так и не выходил нигде. Сейчас ультанем давайте. Вот там надо завардить. Я там подваржу. И у нас здесь подваржи будет норм. Можно будет смело заявлять, что в принципе контент почти удался. Оп. Блинк, еще юзаем вот эту штуку. Вот сюда, вот так. Здесь надо поставить, вот тут вот. Сларк на топе. Ломают, 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 пошло. Но вот это, кстати, не ломает. Вот это вот тяжело не найти. Заросло дерево, тяжеловато искать там. Опсы, 16 обсервов, давай мне. Дай. 16 обсервов, ребят. Все, го. Джи пробовать. Да, меня задизейблил. Но нет ульты, кстати. Я пойдем опсы ставить везде. Тушим вот этого. Так, окей. Обсервы у нас имеются. Ставим, ребят. Поехало. Хорошо. Отлично.
Так, тут у нас есть. Это есть. Где у нас еще вижена не хватает? Вот здесь доставим. Погнали. Вот здесь доставим. Жесть. А что если мобхак? Оп, есть. Вот тут поставим сейчас. Вот тут. Вот тут. Чисто мобхак ставим, ребят. Вот тут ставим. Вот тут ставим. Так, вот тут сейчас глазик поставим. Есть. Вот тут сейчас поставим. Жесть, что за имбу делаем? Ребята. Вот здесь. Хорошо. Жесть. Смотрите, просто низ весь открыл уже. Вот так делаю. Рефрешимся. Давайте тут вот так сделаем. Вот так делаем. Вот здесь сейчас поставим. Можно вот здесь на ХГ поставить. Здесь, посмотрите, я всю карту почти открыл. ХГ. Вот тут надо что-то. 5 вардов осталось. Мапхак расставляем, ребят. Есть. Вот так вот. Вот тут эти просветики закроем этим кнопкой. Вот так. Хорошо, смотрите, мобхак просто получается. Только вражеская база у нас закрыта. Вражеская база так закрыта. Вот так. Чисто мобхак, ребят. Так, Рошан даже открыт. Внизу надо вот там поставить, вот тут. Чтобы видно было. Жесть. Просто смотрите, мы сделали мобхак. Реально. Обсерв минусом, да? Хорошо. Есть, вот так сделаем. Сделали мобхак. Вот здесь надо поставить. А тут сейчас обсерв пнем. Хорошо. Сларки бегают. Вот сюда надо. Так, гоу. Где у нас вот здесь поставим, да, еще? Уже есть кнопка. Вот тут. Потом вот здесь надо еще. Сейчас ультанем. Хорошо, ульт. На топе там вард сняли, да? Вот здесь сейчас поставим. И чисто мобхак у нас почти готов. Ну, надо быстрее торопиться, потому что варды недолговечные. Вот здесь сейчас добьем, и вот тут обсик поставим, и все. Задача выполнена. И задача выполнена. Что там самый первый вард? Ну, еще половина. Нормально, успеваем. Есть. Сейчас рефрешним. Откатится это, рефрешним, еще ставим. Вот здесь что-то какой-то просветик, да, не очень. Вот тут поставим сейчас. Жестко. Вот тут вот опс, вот сюда. Где мутиник? Окей. Вот так делаю. Вот сюда. Гоу. Ребята там уже пошли драться. Я иду. Я иду. Опс есть. Где мутиника? О, я ульту всадил. Усадил. Бро, я помогу. Сларка надо забить. Сларк сначала. Эх, дагер сбили. Не уйдет, у нас мобхак. Мы видим Сларка везде, где бы он ни находился. Нам все равно. Нам все равно. Сбейте. Жесть. Вот здесь еще надо. Так,
Квиллинг Блейд нам не нужен. Оп, еще. Ну, ребят, смело заявляю, что у нас контент получился. Обратите внимание на карту, она просто почти вся открыта. Почти вся. Реально. Только есть, да, некоторые моментики, где карта не открыта, но это мелочи, по сути. По сути, это мелочи. Надо вот так вот сейчас сделать. Раз. Чисто запрыгнуть, поставить. Хорошо. Оп. Все, и уже вражеская база тоже видна. Пуш. Вражеская база уже почти тоже видна. Контент удался, ребят. Смело заявляю. Сентри стоит, да? Оп, хорошо, мапхак готов. Мапхак готов. Жестко, это жестко, ребят. Даже ночью почти всю карту видно. Почти всю. Вот здесь вот, да, кусочек сейчас подставим. Все вардики у нас кончились. Давайте еще обсерв один возьмем. Жестко. Но такого, если честно, еще никто не делал. То есть по-любому никто не делал. Вот всю карту вот так, как мапхак, никто никогда еще не открывал. Потому что это, ну, реально, это жестко. Давайте, пацаны, работаем. Еще ульта. Ну. Еще ульта. Хорошо, погнали сюда. Стоп, стоп. Не убивайте. Еще вот здесь поставим сейчас. Хорош, еще рампагу. Красава. Вообще нормально сделали. Отлично. Ну, ребят, смело заявляю, что наш контент, в принципе, удался. Здесь вот сюда вардики доставили, там доставили. Везде у нас все видно. Все видно. Никто никуда не убежит. 100%. Никто не убежит. Вот здесь еще сейчас поставим. Ночь, ночью. Видите, немножко ночью вардики не берут. Но кайф все равно. Кайф. Вардики сейчас все уже пропадать будут. Там вижена не будет хватать. Там, ну... В целом контент у нас удался. В целом удался. Вот здесь вот надо добить. Сейчас все, тут вард пропал. Сейчас почуть начнут пропадать. Почуть начнут пропадать. Вот здесь опсик. Хорошо. Все, пошли просветики. Там вардик кончился, там. Ну, в целом, круто. ГГ. Типа, максимальный вижен, который мы смогли развить, у нас получился в этой карте. ГГ. Я доволен, если честно. Если честно, я доволен. Получилось круто. Получилось круто. А что если, да? ГГ. Красавы. Четенько. Четенько. Жалко, вражескую базу только не открыли. Ну, ломали ребята, усложняли контент, ребят. Но в целом у нас все получилось. Мы молодцы. Спасибо всем, ребята, кто посмотрел этот видосик. От души каждому, кто его лайкнул. Ну и, конечно же, реально, спасибо за то, что поддерживаете. Ну и в целом, ребятам спасибо, кто был в каточке, кто помог в моей команде выполнять. И кто, хейтер вот этот на 10-м слоте, тоже специально руинил контент. Но все же у нас все получилось, ребят. Обязательно поставьте лайк, ребята, за эту идею, за этот видосик. Ну и, в принципе, все. С вами был Ксеназос, ребятки. И до скорого.